Да, ведь человеку 34 года, и зовут его Денис. А, значит, еще раз повторяю, сегодня, как я обещал, как и планировали мы все, как и мечтали вы, как и хотел я, собственно сказать, марафон, небольшой такой маленький марафон, посвящен самой прекрасной, самой лучшей, самой сильной, самой, сейчас не про себя, про игру, которая мне очень нравится, там, где я самый сильнейший воин. Встаем, встаем. Встаем, 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 пошли. Все, сейчас попрет. Вот, так, ну, да. А ведь человеку 34 года и зовут его. А, тебе 34. Опа, па-па-па, поздравляю тебя. Чу-чу-чу-чу-чу, с днем рождения. Ха-ха-ха. Я профессиональный игрок для всех игр интернета, мира. Поэтому нахуй мне, типа, использовать какие-то чит-коды. Я человек серьезный, оба. Вот, вот. О-хо-хо-хо-хо. Ой, Олечка, привет, любимая, здравствуй. А, здравствуй, здравствуй, Олечка. Как ты тут без меня стояла, ждала, наверное, все в гараже, да? Еще страшно, малышка, видишь, как я пришел, видишь, ты меня дождалась. Все хорошо, малышка. Ну что? Ну что, я поехал туда? Ну все, с Богом тогда. Ну, с Богом. Сейчас попрет. Ну давай, малыш. Нет, погоди. Все, с Богом. Ну давай, ну чё, Зай, ну чё за хуйня? О! Все, пошло. Фух, ну, давай, с Богом. Че он стреляет, блядь, сзади там? Блядь. О, что-то отпало, сука. Я еще, сука, ехал, не ехал, блядь, уже что-то отвалилось в аппарате. О, колесо, пи***а. Где он, сука, умудряется пробить, как же меня кумарит уже, а? Тише мыши, с вами кот на крыше. Как ты понял, нас тут много, так что будь потише. Это наша крыша, так что помни, мышка, будь потише. Опа. Мыши сразу замолкают, если кот на крыше. Сейчас попрет, нет, сейчас точно попрет. Опа. Дизитон оставил в казино, завсегда ты лошок. Че там однорукий бандит, сегодня раздает три обезьянки и банан. Ща им точно повезет, ага, чепуха. Пока бизнес-классом по Тверску, а я разрулю. Куда, малыха? Я знаю, что ты хочешь нож в КС-ке. Так забери его на Epic Drop за выполнение простых заданий. Подписаться на ВК, добавить сайт в ник Стима, сыграть в бесплатную мини-игру и так далее. Квесты эти находятся в операции и стоят она 600 рублей. Но для зрителей этого канала я оставил ссылку со 100% скидкой на операцию. 0 рублей вместо 600. За 15-й квест операции забирай тайное АВП или перчатки. За 30-й и 45-й только перчатки. А за прохождение всех заданий лутай гарантированный нож! В общем, ссылочку я оставлю снизу и промокод на 15% тоже. Ставь ролик на паузу и проверяй самостоятельно. Я смотрю, у меня 46 рублей на счету осталось. А как мне машину-то колесо ремонтировать? Надо, наверное, программу скачать, чтобы это... Деньги, ну, деньги, денежки. Лёй! Я себе пей! Посмотри! Я уебался, сука. Строчки состоят из слов, а слова из букв. Да, мне 35, и я читаю рэп, и я не скуф. Наша ОПГ, Казань, Москва, Самара. Саня Штер, Стас Хитон, Батуа, Волчара. А, жарим мясо на мангале, телок на диване. Жмут карманы от налички, как жмет лифчик твоей маме. Как в тумане пролетел вчерашний день. Я поднял 2 миллиона, теперь превратился в тень. Бабки в кейс, кейс, рюкзак. Блин. На плечи, капюшон, твой мать, темный вечер, месяц жизни обеспечен для меня. Майк, бро, они советуют нам лезть, чтоб не получить. Я закончил дело, малыш, мы горим. Немного, чтоб фольга не малыш, а Олька горит, пацанам. Олька загорит, жопа сгорела. Космарк-контроль. Куда? Тише мыши, с вами кот на крыше. Как ты понял, нас тут много, так что будь потише. Это наша чё, крыша. Что ли, блядь? Твою потише. Мать! Мыши сразу замолкают, если кот на крыше.
тише мыши. С вами кот на крыше, как ты понял, нас тут много, так что крыша, так что помни, мышка, будь потише. Мыши сразу замолк. Там и сенсой, клопа болит. Извини, ты плохо спал, то что ли ты хочешь? Паленый, то извините, ли я хочу ворваться в бит. Стал. Куда? В бит хочу пару слов сказать. Не мешай людям рэп читать. Я хочу просто пару слов в бит ворвусь и все, и уйду. Давай быстро. Давай, иди отсюда. Извини. Стиль анаконда, на бите как кумба. Собрали дружину, чтобы приготовить бомбу. С вами Бату, Астас из Хитона и Саня с Казани. Я не делал это душ давно, и я простой пацан. Предвижу клип, как батя бегает по крыше с красной мордой и снегом на лысине и бороде. Га-га. Нет, у него там другая концепция. Там игрушечный пистолет будет у них. Типа, понял, типа, ну, гангстеры. Вот, типа, ну понял, типа, мощь. Озвучь только рели цену, а то я лох по бабкам. Не, если твоя песня, я бесплатно послушаю. Чё там за тёлка была? Я её ебал, наверное. Наверное. Батуашка, батуашка, батуанька, как твои дела, как твоя девчонка, 19-летняя я, как ты с ней сегодня погулял, расскажи ты нам, не стесняйся, как дела у нее в общаге? А? О, блядь. Ты как-то в обратную сторону будто, блядь. А, во. Не понял. Не понял, в смысле? Не, нормально все у тебя? Не, вроде ничего так, все целое. Возникает образ твой, понял я, что... Ну, блядь, поехали, тварь, а! Счастье дом скотина, не бывает, лишь с тобой был счастлив я. Что, блядь, опять отпало? Что, блядь? Зая, что с тобой? Съехало, что мне делать, как сдержать боль мою? Я тоскую в тишине, я молюсь, вернись ко мне. Что мне делать, лишь тебя я люблю. Па-па-ра-па-па-пам, пух, 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 пух. Опа, сегодня прекрасный день, чтобы просто улыбнуться, обнять кого-нибудь. Давай! Прижать к себе сильно. Сука, ну она не едет, я не ебал конченая машина, сука. Я на ней даже не ездил, она уже, сука, сломалась. Давай! Хуй она не едет! Давай, родная, разозовывайся, блядь! Блядь, коробка выпила. Твоя мать. Какая же тварь, а? Ты посмотри, что делается. Сука, она издевается над человеком. Блядь, перегрев. Чтобы потом подняться. Потому что, когда ты поднимешься, по-настоящему поймешь. Она не едет, все. Надо новую машину. Все, она не ремонтируемая. Я не могу ее снять, потому что денег нет. Денег не могу. Да, блядь.
что делаешь, блядь? Сколько ты будешь дрочить мне мозг, а? Она не едет, понимаешь? На первое беду за это обороты теряем. Да, бэ, да, бэ. Тойота Камри! Да чувак, закатывайся уже, блядь. Нормально, доехать даже в гараж ты можешь, ты чучел? Ради прибора. Потому что я... Ты шо, я сука? Чувствую себя отлично. О, все, стало уебчено. Просто меня заебало. Я не хочу тобой заниматься. У меня нет на тебя сил, блядь, нет желания, блядь, время, блядь, и денег в конце концов нету. Сука, собрал машину, и она, блядь, уже сломанная, блядь. Я на тебе даже не поездил. Но самая заниженная и самая черная, это моя. Я подхожу к ней, я чувствую, как она меня хочет. Зая. Я. Нахуя ты так со мной? Я тоже ее хочу. Я хочу сесть. Скажи мне, а? Я хочу, что я тебе плохого сделал? Ее упругий руль. Словно упругую женскую попу. И крутить, вертеть нашу. Рецепт на Лильве. Что там у тебя с ДК, СТА, не слышу, парируй. О, ля, ебать, хуйло. Ну шо ты, ебанько? Давай еще по гаражу полетать. Что лучше, Приора? Я даже не давал им слова сказать. Я сказал Приора. Пацаки. Ко мне как-то подходили люди, которые сидели на зоне, и спросили меня, мать продашь, либо Приору отдашь. Я им ответил, извини, братка, у меня есть только одна любовь. Сел в Приору и уехал. Я люблю ее. Ай, блядь. Приора. Так, короче, мне надо вот эта штука, так называемая, вот это вот, вот activation, так называемая, чтобы я нажатием одной кнопки обогатился. Да, Зая? Да, да, тебе же надо, чтобы работал моторчик. Тук-тук-тук-тук-тук. Ой. Хотел, сука, поесть, а там, извини меня, попалась неудача на дороге, потому что там меня встретила вот эту. Ехал, ехал, а там вот это вот. Ща. И сейчас хоть один напишет, чтоб я читер, сразу Маслори, Карумат, вот эти все. Бан сразу вот эти, ясно? Там нельзя по-другому, игра меня подставила, понимаешь? Если бы изначально машина была на ходу, она должна была быть на ходу. Но, сука, она же, блядь, пошла против меня, ты же понимаешь? Ясно, читак ёбаный. Нужно создать фонд Валеры Жмышенко для поддержки стримеров с отклонениями. Лучше попича посмотрю. Кто согласен, ставь плюс. И да, ты согласен, а как у тебя в школе? Кто согласен тебе в школе двоечку поставить? Плюсик, плюсик. Аэродром. Так, ладно, понял. Так, деньги. Ой, блядь. Во. Во. Во, во. Вот оно. Хо-хо. Ой. Чё? А, во. Во. Выхухоль. Попёрло. Женщина. Шлепок майонезный. Попёрло. Зеленский. Ну что, малышка? Что ты? Всё. Заживём. Всё, малая. Всё, малышка, всё. Забудь о том, что было. Будет все по новой, новая жизнь. Опа, молодец. Ну что, малышка, сейчас тебя попрет у нас. Что так? Хапануло. Давай же, блядь, а. Хоть доедь ты уже до подъемника. Что такое любовь, когда челушечки так где-то около пятнашечки? Да гля, сучара, ты шо? Куда ты там, сука, такая заехала? Тварь!
баньку, а? Зай, ну ты чё, вообще что ли? Ха-ха, чел перданул. Так, давай так, все самое навороченное, самое передовое. Просто на все деньги, просто шикуем жас. Ой. Да ты шо. Лё, нихуя себе. Сука, только посмей нахуй не работать. О, блядь, что-то отпало. Ты уже сел, уже что-то отпало, сука. Сука, чувствую, что-то не то. О, блядь, поехал. О! Ты что наделал здесь, дура, сука? Два года назад впал кому? Сейчас проснулся. Спасибо, что придержал паточек и не стал проходить дальше. Кстати, хотел спросить, как выключить замедление паточка? А то у меня уже третий час одно и то же. Не дергайся, сучка. Сука, только встань, аппарат еб... О, коробка, что-то отпало. Опа. И что, блядь? Что, сука, отпало? Вот это что, сука? Блядь, сейчас пойду на в очко засуну. Что это, сука, такое, мразь? На тебе, сука. О, блядь. Давай, еще тут разъебись прям на входе. Уебище, сука. Тихо. Понял. Дед, опа. А что за бестолочь у тебя на заднем стекле нарисовано? Плюс в чат, если насрали ей в рот. Чё ты сказал? Чё ты сказал? Чё ты сказал? Ничего, что это моя зая, ничего. Так. Енотный шмурдяк. Мне надо знать, что... О, пакет фейерверков. Ну, в честь победы, так сказать, ремонт автомобиля отпразднуем. Давай. Лови хуйла. Пошла. А, блядь. На, сука, понюхайте. На, на. Чем пахнет, писюн, на. Пошла. Ему он сидит и курит. Из читов вообще ничего нет. Все девочки в этом чате будут сосать хуй старого бомжа. Денис мой муж. Вам тут не хуй делать, шмары. Ладно, все. Дисе, это тебе. Дисе. Когда новый блог на сайте pinoblog.ru? Когда будет возможность, я проявлю себя. Мне просто не дают, меня ограничивают, понимаешь? Меня загнали в клетку, и я не могу блог писать хочу. Мне не дают этот старый, блядь, он меня держит под столом. Я не могу писать блоги, понимаете? Я хочу писать, как день прошел, как утро настало, как вечер, в конце концов. Я хочу блог писать, а мне не дают. Компьютер не покупают. О, упало. Сейчас ты упадешь. Не, пизду, что там вообще башка не соображает? Надо новую нахуй машину делать, потому что это пиздец, просто тупо конченая конч, которая... Я начал играть в игру, собрал машину, я уже она сломана, такого не может быть. Просто какая-то хуйня получилась с игрой, я не знаю. И типа вместо того, чтобы я машину улучшал, я должен, блядь, ремонтировать то, что изначально должно быть целое. Не хочу я в это играть, всё.